Добрый день! Разрешите представить вашему вниманию программу Table View Video Player. Этот продукт предназначен для анализа видеофайлов и поиска в них определенных сцен, событий или объектов. Давайте попробуем открыть несколько файлов. Достаточно щелкнуть по имени файла, чтобы получить о нем краткую информацию. Разрешение. Количество кадров в секунду. Продолжительность видеозаписи. Идентификатор кодека. Чтобы начать воспроизведение, достаточно дважды щелкнуть по имени файла. Главное отличие этой программы – это представление видео в виде таблицы, где каждой ячейке соответствует свой определенный интервал во времени. Вы можете выделить только определенную часть, например, первые 20 минут. Во время воспроизведения возможна навигация по треку. Если вас что-то заинтересовало, то достаточно щелкнуть мышкой по той ячейке, где вы заметили что-то полезное. Воспроизведение автоматически приостанавливается и запускается отдельное приложение, где можно посмотреть видео со звуком в отдельном окне, которое можно сделать. Чтобы ее половина квартиры перешла к племяннице, то есть он это сделал. Таким образом, мы можем легко проверить видеозапись на наличие определенных сцен. Например, драки, эротику, автомобильные гонки. Найти нужное нам событие, например, момент похищения конфет в отсутствие родителей. Как на данном примере. Если вы занимаетесь видеомонтажом, то перед продажей или публикацией можно быстро убедиться в отсутствии ошибок монтажа или кодирования. Перед просмотром нового фильма можно за несколько минут оценить, насколько он будет интересен, посмотрев его в программе Table View Video Player. Программа поможет легко оценить, насколько фильм динамичный, какие сцены, темные или светлые, преобладают, места действий. Также программа позволяет создавать индексные изображения всего видео или отдельных его частей. Ну и, конечно, сохранять видео в табличном представлении. В дальнейшем эти видеофайлы можно посмотреть с помощью любого видеоплеера. На этом у меня все. Спасибо за внимание.